Вера Львовна – давняя поклонница компании «Кронверк». По ее словам, она и мечтать не могла, что когда-то будет жить в таком доме. Я очень счастлива, что решила здесь купить квартиру. Я очень рада, очень довольная. Дом по улице Кузнецова, 7, в 11-м микрорайоне поселка Солнечный – флагманский проект компании. Он построен по самым современным технологиям и полностью соответствует концепции безопасного дома. Достаточно скачать приложение и в режиме онлайн наблюдать, что у тебя происходит во дворе, или дистанционно открыть дверь подъезда. А система домофонии с Face ID позволит счастливым жителям дома не носить с собой ключи. Хорошо вообще-то, и пандусы там, смотрю, хорошие, у кого дети маленькие инвалиды, и деревья посадили. А какой вот здесь вот для детей, у меня внучка вот 10 лет, вот она приедет ко мне и будет тут волейбол играть, и это очень мне здесь нравится. До остановки 6 минут, я уже все засекаю. Застройщик с многолетним стажем компании «Кронверк» порадовала и обманутых соинвесторов строительства жилья. 17 ключей от новеньких квартир получил фонд обманутых дольщиков Саратовской области. Мы искренне верим, что здесь вы найдете не просто жилье, а именно дом. Дом для себя, для своих близких. Ведь каждый человек в нашей компании работает именно с одной целью – построить будущее и подарить его вам, чтобы было жить удобно. Давайте поаплодируем. Компания «Кронверк» в январе-феврале уже передала 10 квартир фонду, а фонд членам как бы этой нашей программы. Сегодня в 7-м доме они передали 17 квартир, а вообще в целом они должны передать 10 тысяч квадратных метров. Это приблизительно 200 семей, которые как бы считались обманутыми дольщиками, получат квартиры от фонда. Мы очень рады за этих людей, потому что они уже 6 лет ждут как бы свои квартиры, и «Кронверк», конечно, нам в этом очень-очень помог. Вот 73. Где хозяйка? Где хозяйка? Не имеем права первого входить. Радости большой, радости очень много. Наконец-то мы дождались свою квартиру. Мама деньги вложила, чтобы купить мне отдельную квартиру. В 2011 году. Да, ребенку было всего год. Сейчас ему вот 9 уже будет, считай, 8 лет мы ждали все это время, да. И все это время снимали квартиру и жили вот все вместе с мужем, с ребенком, вот с мамой. Мы просто уже даже не чаяли, не надеялись, ну я не знаю, одни переживания. На самом прекрасно. Деле, спасибо и «Кронверку», да. И Людмиле Николаевне Боковой. Это действительно очень важно, ощутить в своих руках свою собственную квартиру, войти в нее, построить планы вместе со своей семьей, поэтому я искренне благодарна за этот праздник, что у нас в городе появился еще очень красивый, интересный, качественный дом замечательной строительной компании «Кронверк». Километры сахарной ваты и килограммы мороженого. Компания «Кронверк» устроила настоящий праздник для всех жителей ближайших домов. А это целый жилищный комплекс под названием «Лето». Уникальность всего жилого комплекса «Лето» в том, что мы вкладываемся в инфраструктуру микрорайона. Основная наша аудитория, жители, это семьи с детьми. Что нужно маме с детьми? Ей нужна большая кухня, и это есть практически во всех планировках наших предусмотрено. Нет кухонь меньше 10 квадратных метров. И нужен большой двор, где можно с коляской или с ребенком выйти и погулять. Соответственно, мы не экономим на территории, которую выделяем под детские площадки. В рамках жилого комплекса предусмотрено строительство школы, уже есть существующий детский садик, строительство детской поликлиники. Мы хотим не выпрыгнуть из класса доступного жилья, то есть при этом оставаться с ценой за квадратный метр, чтобы это было доступно молодым семьям, но и в то же время дать максимум за эти деньги. Просторные детские площадки, универсальная спортивная площадка с прорезиненным покрытием, безопасность и современные технологии – все это делает солнечные дома жилого комплекса «Лето» привлекательным для всех. Мы вложили много любви и тепла в создание этого дома. Очень большая просьба – будьте здесь счастливы!